Всем привет, с вами Джефф Нисин, и я иду со школы домой. И да, пока я иду, мне нечего делать, я поснимаю видео для Ютуба. И пока я покажу вашу школу. Это классники, хреновы. Давайте. Короче, вот это классники. Да. Все ходят. Ладно. Бля. Все. Я и так собираюсь. Джефф Нисин. Джефф Нисин. Да. Да. Короче, вот такая школа. Да, мы не учимся. Да. Я же сказал, это классники. Я вот так вот? Яйца. Да. Ты правда снимаешь? Да. Хайди. Правда снимаю. Все, сегодня зайду, посмотрю. Мой патруль. Ан. Давай, пока. Давайте. Сегодня будет это видео. Все, давайте. Короче, вы видели это классников. Да уж. Ладно. Что же делать? Да уж, не знаю. А, полностью, точно. Дурак здесь живет. В этом доме. Да уж. Здрасте. Тик-так. Блин, я даже свое отражение вижу. Да, уже третий час. Какой там... Ладно, не помню. Деревья у нас вот здесь и везде. А чё я там не пошел? А чё вы мне не скажете, что я туда не пошел? Заброшка. Пацаны и девки. Развалины. Там я уже был. Да, там столько вещей, которые безобразны. Здесь раньше стояла какая-то заброшка. Заброшка. Бомж там, наверное, был. Орал на нас. Ну, хотя нет, я не помню. Потому что было люстра и стекло не разбитое. Хотя это была заброшка. Я не понимаю. Пацаны, машина. Нормально все. Здрасте. Автобус. Автобус, задави меня, пожалуйста. Дорожечка. Ом, блин. Обуви. Здрасте. Да. Да, машина. Здрасте. Да. Короче, что у нас в городе делать? В принципе, не гуляю, всегда дома сижу. После школы. Или иду с мамой в больницу. Да. В больницу надо идти. Да уж. Походу я это скоро буду выложить. Даже очень скоро. Нормально все. Ю-ху! Все нормально. Все нормально, деточка. Все будет вот окей. Опа-на, дядька еще не будет. Ну, да, дядька. Мусорные ведра, машина. Еще что-то здесь, мусор.
Так, ладно. Здрасте. Ну ладно, всем пока, всем удачи. До следующих видео, пока.